Так, ну что, некстовая катка поехала у нас. As you wish. Оракул. Оракул. Энигма. Жесть, у них там тоже неплохо. Оракул. Сколько еще будет? Эту еще одну, может, сыграем. Посмотрим сейчас. По бо 3. Go. What's up? Как я отношусь? Мы таких не имеем на моем стриме. Держи в курсе. Рубрику «Посматривайте реплей с лютами МХ», которые будут скидывать подписчики. Да ну ты чё, это я захлебнусь это постоянно обзор делать. Сзади тебя бутылка с минералкой, рычал Су. Нет, это шампанское, подаренное на свадьбу, дядь. Шампанское, подаренное на свадьбу. Там никто не стоит в меду против вайпера. Только Энигма через стройку. Сейчас посмотрим, какая задержка будет. Потому что этот бот ЕУ. Какая дичь передает до тебя, никто не звал сюда, иди смотри, что хочешь, правильно. Let's go. Да, делей, конечно, говно. Ну так, чуть хотя бы. Делей говно. Дайте вардик. Делей говнище, конечно. Ну, ладно, они одну катку сыграли. Так, мы одну сыграем. Немного герой непослушный. Чувствуется такая напряга. Герои. У них масухи сильные. Энигма может грязи много сделать. Сухи. Что за игрушка на процессоре? Это типа я. О. Типа я. Абадончик. Хорошо. Угрик. О, ну втроем так. Четвером, все, я понял, дядь. Не-не-не. Кстати, можно, да, что я туплю. Энигму-то. Энигму-то можно. Хорошо. Облочим. Эх, не успел. Найс. Ну, пойдет. Пойдет. Правда, всю ману восрал. Промах. Промах. Промах, промах. Классика жанра хинадисовская, пацаны. Как вам? Нравится? Промах, промах. Да господи, что это за проклятие какое-то? Проклятие какое-то. Warriors have engaged the enemy.
Чисто проклятие промахов. Я не фармлю особо. Давайте карасив возьмем, вдруг драться будет. И сапог надо. Хорошо. Здорово. Да что за промахи, ля? Вообще жесть какая-то. Ну, я, скорее всего, сдохну сейчас тут из-за того, что у меня нету моего сапога, который мне просто must-have нужно было. Да. Печально. Ну и что могу сделать? Сапог катается. Ладно. Здорово. И я не хочу такое же начало, как в прошлой катке, ребят. Ну серьезно, вот это 1-0-3, 0-4 бегать, ну реально. Что это такое? Я не хочу так. Не хочу так. Давай только сейчас без промахов, вайпер, плиз. Хорошо, умничка, спасибо. А то три захода, промахи, а сейчас норм хотя бы. Сейчас хотя бы норм. Не промахнулся. Пойдет. Мека первым артефактом. Привет из Туапсе. Привет из Туапсе. Ты что, тоже из Туапсе, да? Я тоже из Туапсе. Привет из Туапсе, говорит. Привет из Туапсе. Там ребята суету наводят, да? Хорошо. По драфту нам повеселее падает. Сейчас фазы придут, начну уничтожение. Фазы придут. Мека отлично заходит. Лютый ранний артефакт, дядь. Лютейший. Лютейший. Ладно, понял. Базар ужок. Хорошо. Ух, сколько ТП, дяди, не надо, пожалуйста. Ой, регенерация. Го играться. Го играться. Го играться. Найс диспелиш. Хорошо. Надо через низ уйти. Жесть. Ну, вайпер. Это вайпер. Хорошо. Удачи, спасибо. Эзериал можно. Нет, меку сделаю и начнем тушить. Начнем тушить. Хорошо. Ну, мне сбил парнишка хил. Кто его? Че он прилетел вообще? У него ульты нету.
Сейчас мека уже будет. Спасибо. Сейчас мека уже будет. Найс. Просто фрифророчек. Мека 800, баклер надо, да? Абадон забавно прилетел. Он что, без ульты, что ли? Серьезно? Что значит фокусить? Фокусить, значит, какого-то одного персонажа контролить сразу. Увидел сразу в него. Увидел сразу в него. Когда Феникс яйцо ставит, надо фокусить яйцо, говорится. То есть, соответственно, выжимать максимально все силы в накидку по яйцу. Не могу бить, дядя. Хорошо. Ах ты таракан вонючий. Пойдет. Ой, вайпер это грязь, конечно. Хаба без ульты, рили? Лол. Йо, бит просто, ван вейм. И все. Ару. Абадон без ультимейта играет. О, сюда, пацаны. Энигма, есть дагер? Нету. Отойти. Аккуратно. Цепанул бы, дядя. Ой-ой-ой, дядя. Мы сейчас тут сфидим, походу, да? Отойти, отойти, похилим. Вот командно 5 игроков, когда уже как бы начнется оппозиция. Давайте отойдем. Ко базу. Есть Чебоксар, при этом смотрите, красава. А, я понял, бро. Все, без боя. Спасибо. Спасибо. Но без боя они не собираются сдаваться. Я так смотрю. Без боя не собираются. Хорошо. Пока колотим крипчиков, ребят, наша основная задача. Просто колотим. Колотим крипчиков, ломаем товара, собираем золото. По чуть будем работать. Язер. Язер дает. Можем Рошана, кстати, забрать.
найдет. Там дальше пошли. Хорошо. Не хотите? Горошанчика. Сколько секунд можете заиблить первый скилл Оракла? 2,5. На 2,5 натягиваешь и 2,5 можешь держать. 2,5 можешь держать. Доброго. Приветствую. Валейкам ассалам. Мага сходил, ты как понял, что я вернулся? Вижу, что говной запахло, вот ты. И все. Гоу, подеремся. Меку даю. Хорошо. Ты, блин. Хорошо. Да, там ломает спокойно. Там телепорт, хз. По телепортам уйдет. Чуть левела поднапать. 10 рублей не хватает на слот. Кому? Ты чё, дядь? Все хватает. Все, огонь. Так, ну что, змейки есть, все есть, можно работать по чуть. По чуть можно работать. Найс, неплохая руна. Го. Есть дипломная работа по языку дотеров. Очень интересно почитать, серьезно? А, типа сленг доты? Наверное, есть, я не в курсе. О, здорово. Оба сфидят. Ну, я бы нажал, но надо только в траксу давать. Я не могу бить почему-то. Абадон хилит. То есть Абадон отрабатывает. Ну, добей, добей, добей. Ой-ой-ой, Язер. Ой, боже. Серьезно? Хреново. Ладно. Сейчас сольем. Короче. Сейчас скажите, мы такую катку сейчас сольем. Там Абадон по КД щиты и хилы кидает. А мои не могут две кнопки нажать. Серьезно? Я полностью вгрызся, добить не дают добить. Тараканы. Убивай его. Попадешь, надеюсь. Ну, ой, молодец. Добрый вечер. Нет, на трова нет. На трова нечего делать. Хреновый заход максимально. Вообще ничего не понял. Почему не можем пробить? Абадон, хил, щит. Надо растягивать их. У них очень хороший пик. Что ты там? Фидить пошел еще? Мало фида, да, брат? Ну давай, гоу. Гоу, гоу, гоу. Мало фида, брат. Надо еще пофидить. Достевичи есть? О, есть. Хорош.
Тайт, когда шестой апнешь? То есть, тайт без шестого левела. То есть... Они могут камбэкнуть. Я почему-то в ультимейте Оракла бить не мог. Через Цешку. Какого хрена? Но вот сейчас я не могу бить, это понятно. Хорошо, и глиф просрали они, и табор мы задушили. Боже, что за промахи кринжованные? Там очень много Абадон грязи делает. Абдушка на слот. Аркаш, выделишь ему слот, пожалуйста. Да выделю. А чё, музычки нету? Ну я выключил. Пусть катки будут. Они очень много от Абадона держат. Фармить надо. Мы не зайдем уже. Абадон очень много грязи делает. Камбэкают, пацаны. ПГ стоят плотно. Спасибо, сделаю. Очень хорошая давка была, но сейчас уже мы просаживаемся. Ну так вот. А на кике не пробовал стрелять. Что такое кика? Первый раз слышу вообще. Что за ноунейм платформа? Вообще нигде никогда ни в комьюнити стримеров ничего такого не слышал. Кика. Что это такое? Вообще серьезно. Кика. Чего? Кика? Ну, интересная катка будет. Они камбэчат. Они, в принципе, уже камбэкнули. В принципе. Против Энигмы пайп не получится, как бы. Немножко не то будет. Найс. Чуть подфармили. Во-во-во, пошло дело. Пошел фит, молодцы. Лучше. Все, огра заберем, будет хорошо. Дальше цепанем. Не, не цепляем. Не-не-не-не-не. Не получится. Не получится. Левый барак. Когда Энигма встает там. Ага, одна секунда. Отойти, Эни. И отойдем. Отойти. Энигма. Это вещь. Уши куру. Красава. Сейчас, наверное, что-то на АС сделаем. Хорошая руна. Давай попробуем. Здорово. Здорово. Нету. Ой, хорош. Бля, как поймал. Умничка. Там нету кнопок. А мы так сейчас, кажись, откинемся. Очень плотно от Абадона стоят.
Очень плотно. Не-не-не. Траксу сейвят. ББ. Я сплитану. Чуть фармануть надо, нужны слоты. БКБшка, Яшка. Дэмэдж нужен. Давайте сделаем. Манту добьем. И дамага нужна. Сегодня стрим до часа. Мне бы лучше после 0-0 зайти. Ну, до часа, да, где-то так. О, Дин Мухаммед. От души, бро. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Здоровья тебе и твоим близким. Аджатсу умножено на килы, бро. Если есть слот. Агримакс 12. Я выделю, бро, спасибо. 20 раз аджатса, брат, за мной должок. Спасибо тебе, брат. От души. Спасибо, бро. 20 раз аджатса, буду должен, брат. Спасибо. Спасибо, бро. Как работает лад. Чем меньше лад, тем меньше задержка, но могут быть фризы и наоборот. Спасибо, бро. Оракул ГГ, да? Я топ сломаю. Хорошо. Топ сломаем. Спасибо, бро. От души. Спасибо, брат, большое, Рили. Благодарю тебя. Спасибо. Ребята там дерутся, жесть. Гоу, попробуем помочь. Манта будет, с манты так можно. Гоу, они без траксы. Тракса далеко, энигма только там. Но энигму перекроем. Вон она. Хорошо. БМ нажали. О, как не сбивается, инкам дэмэджа нету. Давай вот этого, он без ульты. Хорошо. Если этого зацепим, будет отлично. Маны нету, да, братец? Плохо. Там БКБшку просадила Тракса, можно зайти. Блэкхола тоже нету. Ой, хорош. Отлично. Хорошо. That was my plan. Красава, бро, рулетку добил. Рулетка. Успел, интересно. Успел, бро, спасибо. Красава, бро. Сейчас посмотри, что там выпало, братец. Вы доломайте, плиз. Хорошо. Уходим. Красава. Спасибо, брат. Добил рулетку от души. Сейчас посмотри, что выпало. Скинуть расходник на лайне. Так, ну расходником считаются телепорты, хилки. Давай я скину сейчас. Спасибо. Сейчас в куру возьмем и в медочки кинем, брат. Спасибо тебе большое. От души. БКБшка, да, может дагерочек взять, ребят. Либо лотар. С лотаром могу зайти захейтить, но у нас нэру. Что там? Язер, тебе больно? И побалуй кого-нибудь еще на слот. С подписчиков. Спасибо, бро. Если ты не против, точка, ну и рулеточка, поехали. Я не против, бро. Туши ее нафиг. Я до конца дерусь, как мужчина настоящий. Я умер, конечно, но... Да.
Шаво, кого там? Турист, спасибо. Я выделю, брат. От души. То мид мы сломали. Жалко, я фарма очень много прогуляю сейчас. 14 на 3 КДАшка. Ну, пойдет, в принципе, тушим. Спасибо. Нормально все. От души, ребят. 40 секунд, ребят, рез, да? Так. Все-таки я хочу это купить. И расходничек на лайне. Ну, это, в принципе, кларетка, тот же самый расходник. Сейчас полетим, курой сдропнем и все. Сдропнем. Отлично. На миду дропнем кларетку. Это по челленджу по рулетке, ребят, как выпало. Go. О, сфидил, да, брат? Ну зачме. Раком становлюсь. Никнейм. Ай, Роша бы. Стики в помойку, парни. Спасибо. Не столкну. Оракл умер, у него там лагает. Пишет. Но прошлая катка у них, у ребят там якобы лагала. И у нас теперь лагает якобы. Ну, типа, у меня, например, каждый день в голове лагает. Так что все, огонь. Все по стандарту. Его там чейсят по-любому. По-любому его чейсят. Он там один стоять не будет. Вон Bloodlust. О, граф, пятером надо. Пятером надо, ребята. Это по-любому байт. Я вам отвечаю. Вообще сюда бы. Сюда бы. Помогайте, чё. Хотя один-единственный дамагер это я, да? Тут мне надо еще в дэмэдж собираться. Ну, next какой-нибудь МКБ или крит. Так, 20 раз, брат, отжаться надо будет. Я отожмусь, дорогой. Спасибо. Другая, ну будешь собрать сбор на ЗП модером, делишь пожертвования между активным модератором, все честно и кристально. Можно, но пока я сбор не сделаю, бро. Пока сбор не сделаю. Ну, у них там все намного хуже, кстати. И по левелу у них хуже, да? Нормально. Погнали, погнали, брат. Работаем. Вилку сюда подгоним. Косарик сверху. Все готово. Все готово. Хорошо. Интересно, варды в миду есть? Варды есть в миду. Варды в миду есть. Но с минус хпшки. Ну, там крипы в миду сейчас расплитят. Давай, давай. До кнопок. Опа, в меня в одного Black Hole. Хорошо. Давай, давай, добить, 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 добить. Добивайте. Как же Абадон моросит. Ой-ой-ой, это просто кринж. Абадончика в таверну надо, дядя. Хорошо, этого туда же. Найс. Его сюда. Красавы. Ломай.
Хотя бы его. Надо отойти. А то не уйдем. А, вдвоем сдохнем сейчас. Хорош. Господи, как же он выхиливает его. Я не могу просто убить, потому что Абадон не дает просто. Просто Абадон не дает. Жесть, 2 хп, убегаю. Иди отсюда, бежит он за мной. Жесть. Отстань от меня, браконьер. Ну пойдет. С горем пополам задушили. Так, виллу заберем. Ну я ее продам сейчас. ДДшку оставлю. Так, виллу продам. На базу. Абадон жесть сколько выхиливает. Чисто 4 Абадон, это страшная вещь. Мы сейчас аквилу дропнем. И пойдем. Погнали. Да, про куру я совсем забыл уже. Да маги у меня, в принципе, хватит. У меня соточка своего. Энигма БКБ-ху всрала. Отлично, это на 34-й только будет. Ну, побежали порезче. ДДшка 250 урона. Должны сейчас, по идее, зайти закончить. Там тоже лотару траксы. Вот этот центрик, надо по центрикам грязь сделать. Погнали. Эх, БКБ не успел нажать. Смяли. Джи-джи. Хорош. Но они молодцы, хорошо камбэкнули. Молодцы. Джи-джи. Потновато вышло. Хорошо держались на ХГ они. На ХГ хорошо держались. Да, ульт включил. О, Black Quality дает. Ломай. Хорош. Отличная игра. Отлично. Ну, one more time, как говорится. Хорош. Они молодцы. Хорошо на ХГ встречали нас. Уже прям по кайфу.